каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. День народного единства в Туве отметили массовыми гуляниями. На площади Арата собрались гости и жители Кызыла, которые могли принять участие во многих народных играх. Также для зрителей был организован праздничный концерт. С номерами и поздравлениями выступили заслуженные артисты республики и ансамбли народных песен и танцев. После концерта в Национальном музыкально-драматическом театре республики для всех желающих прошла выставка-дегустация национальных подворий, а также экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла. Вот в таком масштабе, на моей памяти, наверное, больше 10 уже. Именно вот когда мы собираем землячество с подворьями, с большим гулянием. Просто раньше мы это все делали на улице, и так как сейчас уже холодно, это такое героическое усилие было и над землячествами, и над гостями. И гости всегда получали замерзшее угощение. Представители киргизского землячества представили национальные угощения, главные из которых – это блюда из конины, чучук, манты и традиционный борсок. В интернациональном мероприятии диаспора принимает участие не в первый год, где знакомят зрителей со своей культурой. Киргизская диаспора у нас здесь занимается мало того, что строительством, медициной, народным образованием, торговлей. Кроме этого, еще мы вот на таких мероприятиях мы не оставляем пустую. Стараемся показать свои блюда национальные. Также участниками выставки стали Центр развития тувинской культуры и ремесел, Центр русской культуры, Армянский центр «Звартноц», Киргизский культурный центр «Дастух», Якутское землячество и многие другие. В День народного единства всех присутствующих поздравил глава Тувы Шалбан Караул. Он отметил, что для многонациональной Тувы тема народного единства особенно близка и понятна. Дорогие земляки, гости нашей республики, позвольте всех вас от души поздравить с нашим днем, с Днем народного единства. Праздником молодым, но уже полюбившимся всем нам, россиянам, всех поколений, поскольку он, с одной стороны, вызывает гордость за славное прошлое, с другой стороны, обращен в будущее. Зрителей ждал сюрприз, который подготовили Ассамблея народов России и Ассамблея народов Евразии. Это поздравление космонавтов с Днем народного единства. У нашей Родины героическое прошлое, интересное настоящее и поистине космическое будущее. Мы, космонавты Роскосмоса, гордимся Россией и делаем все, чтобы Россия гордилась нами. Мы, россияне, наша Родина многонациональная. Мы говорим на десятках языков, у нас разные традиции и верования. Конечно, все мы разные, но главное то, что мы едины. Едины в своем желании быть вместе и жить в согласии. Едины в заботе о нашем доме. Едины в стремлении защитить его и сделать его лучше. Праздничные события продолжили балом национальностей. Он проводится впервые агентством по делам национальностей республики и, возможно, станет традицией празднования Дня народного единства в Туве. Напомним, праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Министерством экономики Тувы совместно с отраслевыми министерствами разработан проект стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года, сообщается на официальном сайте Минэкономики региона. Проект стратегии предусматривает реализацию ряда крупных проектов, предусматривающих создание транспортного коридора в страны Азии через Туву, строительство евроазиатского энергетического моста от Саяно-Шушенской ГЭС с поставкой электроэнергии в Монголию и Китай, развитие международного авиасообщения и реализацию экспортного
потенциала республики. Это позволит Туве вписаться в единое экономическое пространство Евразийского союза, существенно повысит инвестиционную привлекательность республики, создав возможности для вывода экономики республики на качественно новый уровень. По оценкам специалистов, в результате реализации стратегии в разы увеличится объем валового регионального продукта республики, повысится уровень продовольственной безопасности, существенно уменьшится уровень общей безработицы и возрастут доходы населения. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 43 копейки, евро 68 рублей 8 копеек. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба! В РБТРУ акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТРУ. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Четвертого ноября в дежурную часть ГИБДД по городу Кызылу поступило сообщение о том, что в 19 часов 25 минут на улице Кочетова 2 произошло ДТП, столкновение трех автомобилей. 22-летний водитель автомашины ВАЗ-21103 нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомашинами Toyota Premio, за рулем которого находился 29-летний мужчина, и Toyota Vista под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП водителю машины ВАЗ-21103 оказана разовая медицинская помощь. Прокуратура Тувы направила в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, похитившего около 300 миллионов рублей. Исполняющий обязанности прокурора Республики Тыва утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Вертикаль», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что директор общества заключил с государственным казенным учреждением Республики «Гостройзаказ» два контракта на приобретение и передачу 292 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда и 54 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С июля по декабрь 2015 года ГКУ «Гостройзаказ» перечислила на расчетные счета ООО «Вертикаль» 296 миллионов рублей. Сроки сдачи объектов по одному государственному контракту истекли в декабре 2015 года, а по другому – в сентябре 2016. Однако директор ООО «Вертикаль», принятые на себя обязательства по заключенным контрактам, до настоящего времени не выполнил, причинив Министерству финансов Тувы около 300 миллионов рублей материального ущерба. Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде Республики Тыва рассматриваются исковые заявления ГКУ «Гостройзаказ», КОО «Вертикаль» о взыскании 296 миллионов рублей необоснованного обогащения, сообщает Респрокуратура. В Чедыхольской центральной районной больнице было организовано маммографическое обследование. Обследование прошло по договоренности с Республиканским центром медицинской профилактики. Работа проходила в рамках мероприятий «Розовая лента» с целью раннего выявления злокачественных новообразований и сохранения женского здоровья. Всего в течение дня обследовано 47 женщин старше 39 лет, прошедших предварительное анкетирование и имеющих жалобы, в том числе и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам врачей, каждая женщина может самостоятельно обследовать молочные железы. Отмечается, что до 70% случаев опухоли молочных желез можно выявить самостоятельно. Культурный центр имени Джавахарлара Неру при посольстве Индии в Москве и Министерство культуры Тувы приглашает всех желающих посетить фестиваль «Дни индийской культуры» в Кызыле, который пройдет в столице 17 и 18 ноября и познакомит посетителей с богатой культурой и традициями Индии. В рамках фестиваля можно будет посетить мастер-классы и лекции по индийской музыке, танцам, йоге от индийских учителей. Фестиваль проводится в рамках 70-летия дипломатических отношений России и Индии. Также кинолюбители и поклонники болливудского кинематографа смогут посмотреть новинки индийского кино. Согласен.
Согласитесь, каждый из нас в любое время года хочет выглядеть стильно и модно. Однако главным фактором в выборе и покупке зимней одежды является ее возможность сохранить тепло. Так что же выбрать, одеться модно или одеться тепло? Помощником в выборе качественной зимней одежды может стать магазин «Классика мода», где представлена как мужская и женская, так и детская верхняя одежда. Магазин открылся совсем недавно и, как вы заметили, приятно радует ценами. Все модели соответствуют последним модным тенденциям. Здесь каждый найдет что-то свое. Для любителей активного образа жизни есть горнолыжные костюмы. В наличии не только комплекты, но и сборные модели – куртка и брюки. Удлиненные и короткие, приталенные и объемные, однотонные, черные и в ярких цветах. С наполнением из пуха, синтепона или верблюжьей шерстью. Разнообразие моделей зимней одежды порадует даже самого искушенного покупателя. И, пожалуй, самый удобный момент, что любую покупку можно приобрести в кредит через ОТП-банк и Русфинансбанк. Одним словом, вместо утомительных походов по магазинам, просто приходите в отдел «Классика мода» в торговый дом 5 звезд на первом этаже, и вы увидите все многообразие ассортимента курток и пуховиков в одном месте. Приходите и убедитесь сами. Телекомпания «Новый век» рекомендует магазин «Классика мода» в торговом центре 5 звезд. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14. Местами от 18 до 23 метров в секунду, метель. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы утром и днем до 15. Ночью минус 3, минус 5 градусов, днем минус 1, плюс 1. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне пасмурно, без осадков, местами туман. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем минус 2. На Полке пасмурно, временами снег, ветра нет. Температура утром минус 1 градус, днем минус 2. В Танзыбее пасмурно, временами снег. Температура утром минус 1 градус, днем минус 2. По всей трассе проезд удовлетворительный.